Новогодние страсти. Администрация Спасского района в качестве главной районной елки решила использовать ель, срубленную на кладбище. На кладбище. Духами вместе. Нельзя кладбище. Предки здесь, и все-таки корни питаются вот этими соками. Конечно, это страшновато. Зачем такое кощунство? Здесь же будут хороводы, пляски. Какой будет это праздник? Как же на этот факт смотрят светские и духовные власти? Об этом и не только. Сегодня ровно в 7 вечера.